10 декабря 2015 года. Презентация книги «Пси-войны». История страны. Напоминаю, 75% граждан проголосовали против распада СССР. Я надеюсь, что никто не будет сейчас на самом деле.
1000 рублей вам дам, да? За одну, да? За одну, да. А у вас, так, у меня 50 все закончилось. Да? Ну, давайте сейчас отдаю, если вы мне дадите. Она тут стоит 350. Да. Добрый день. Здравствуйте. Что можете сказать про птивоины? Еще ничего пока. Ну, мы же видели ваш материал. Вы в курсе того, что пишут? Посмотрим. Хорошо. Тесновато. Да уж. Кресла широкие, да? Тесновато. Сейчас достанем штатив. Девочки хотят, кто меня хочет? А где Аня? Аня убежала, тоже она красила. Кто это за кофе? Кто кофе такой вкусный варит? А российская газета что была? А я сюда? Тогда сюда. А я сюда. А, нет, одинаково абсолютно. Одинаково ничего. Я могу вот так сделать. Как, то есть вам ружья? Что хотите, так и будет. Еще? А где мой второй? Слава, иди сюда к нам. Посмотри, так я думаю, куда мне приткнуться? Кстати, она из Таганрога, где ты часто бываешь. А что тут написать? Ну, я не пойму, что такое. Это Вячеслав Михайлович, я рядом стоит и кривит со мной. Да нет, тут засветка, а то наоборот темно. Непонятно. Есть? Да, есть.
С этой стороны А, вот эти мне мешают. Думаю, что только отсюда беру, они сюда в угол уходят, и нормально. Все, все. Все? Спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Да. Не подпишите. Ольчик. Хорошая фотография. Спасибо. Но это неправильный глаз. Ну что делать? А как он должен быть правильным? Правильный вот тот глаз, вот тот. В чем разница? Я сейчас объясню. Рассказать? Да, да. Очень, конечно, мы же записываем. Как. А раз. Зачем? А вы кто? Приглашенная. Да, ну ладно, хорошо. Вот смотрите. Так. Где рубль? Рубль? Сейчас я к нему расскажу, что... Да, 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 хорошо. Это интересная история. Угу. В чем же разница? Это мой у вас, это живой. Тут компьютер у вас. Угу. Видите? Может быть, вы всем тогда расскажете? Сейчас успеется. 50. Вот рубль. Да-да. Это координатор. Угу. Значит, он мне звонит из Америки, говорит, Валера, тебе здравствуйте. У кого я вижу? Ну, потом поговорим. Да, поговорим, поговорим сюда. Значит, он говорит, придет женщина, мастер, ну, кто делает обложку, и удели внимание. Согласую? И удели внимание. Ну, там страшное заболевание, не буду говорить, какое. Ну, врачи сказали, все, безнадежно. Значит, не будем говорить, какое, да? Значит, ну, а Витя попросил ее полечить. Я говорю, я это заболевание не лечу. Он говорит, ну, удели внимание, чтобы было видно, что уделяю внимание человеку. Так, сейчас, извините. Угу. Николай Александрович, я вас слушаю. Начало должно быть сейчас уже. Так. Значит, смотрите, так и написано. Российская газета «Правды-24», корпус 4. Прямо улица, написано. Российская улица «Правды-24». Другой улицы нет. Нет, прям от дороги, значит, сейчас, секунду, это самое.
Ой. Значит, все-таки выпало, да? Ну, может, не все. Алло. Да, все. В общем, я вам скажу. Вот, 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 подпишите. После, да, можно будет подать? Да, да, да. Хорошо, спасибо большое. Сегодня у нас 10-е, 12-е, 2015-го, да. Спасибо, хорошего дня. Хорошего, хорошего. А это ваше? То ли не тот факт. Ну, уже 33 года. Товарищи, презентующиеся, занимайте места согласно указанным табличкам. Да, ну, стабильный на гизу 3 года. 4 года. Welcome, please, on the stage. Уважаемые гости российской газеты, мы сегодня проводим совершенно необычную презентацию, ну, в которой, я хочу сказать, то, что она получится, сам не верил вот, до вчерашнего дня. Потому что впервые вот, на одной сцене, за одним столом, таким своеобразным, удалось собрать представителей не только совершенно когда-то антагонистических спецслужб, но и людей, которые занимались ну, практически вот, нереальными какими-то вещами. Ну, а именно экстрасенсорикой в военных целях, в целях спецслужб. Вот каждый из этих людей, кто здесь находится, ну, это просто энциклопедия, и он каждый может о себе, о своей работе рассказывать там часами, может быть, и сутками. И вы не устанете слушать их. Поэтому у нас, к сожалению, сегодня времени не так много. Где-то вот в течение часа с небольшим мы должны уложиться. Вы заранее там продумайте свои вопросы, потом мы там пообщаемся уже вот, в нашем фойе. Почему «Российская газета», именно «Российская газета» организовала это мероприятие? Просто так моя журналистская судьба сложилась, что со всеми этими людьми я познакомился очень давно, когда они еще служили, работали, и, как бы так сказать, ну, уговорил их, когда появилась возможность, давать интервью, рассказывать о своей работе. Мы были первыми, кто печатными, вообще первыми СМИ, которые рассказали вот, о всех, ну практически о всех людях, которые сидят за этой сценой. Я просто очень коротко представлю вот, по порядку людей. Вот Виктор Анатольевич Милентьев, вот самый крайний сидит, он полковник, служил в генеральном штабе, человек, наделенный совершенно потрясающими дарованиями, как бы и он экстрасенс, и целитель, и врач. У него уникальные методики врачевания. Могу раскрыть вот его
такую небольшую тайну, но с его позволения. В свое время он помог встать на ноги Юнусу Евкурову, на которого было совершено покушение президенту Ингушетии, которого привезли в Москву, и врачи давали совершенно ужасный прогноз, что он либо погибнет, либо останется полным инвалидом. Сейчас он стал полностью на ноги, всю его методику исцеления прописал Лентик. Валерий Васильевич Кустов рядом сидит. Это тоже человек, очень давно, наверное, чуть не больше всех работал с нашими спецслужбами, именно как экстрасенс, он помогал раскрывать самые сложные преступления, ну и также он занимается целительством, поскольку тоже Бог ему одарил, помогать людям в самых тяжелых ситуациях. Николай Васильевич Шам, это генерал-майор КГБ, у него было реально так гораздо более высокое звание, когда он уходил в отставку. Но тут развал Советского Союза, Новая Россия, как-то все это дело не сложилось присвоениями. Человек, который в советское время еще курировал по линии КГБ работы над различными паранормальными явлениями, совершенно уникальными проектами, что ему-то есть что сказать. Вот это наш американский гость. Вот Анжела Форд. Она работала в свое время и на Центральное разведывательное управление, и на разведуправление Министерства обороны. И это ее первое публичное, можно сказать, выступление, ее самой презентации. Я очень рад, что она нашла возможность приехать сюда. Вот ей переводит Виктор Рубель. Он фактически, благодаря ему, может быть, состоялась эта книга в организационном плане. Он смог всех свести, собрать, договориться, кто что будет рассказывать, организовать издание этой книги. И у нас, и в Соединенных Штатах, она выходит практически вот одновременно. Поэтому он полноправный соавтор всей этой работы. Вот Эдвин Мэй, доктор физики, он очень крупный ученый в Соединенных Штатах Америки. Тем не менее, он занимается с большим удовольствием исследованием паранормальных явлений. И до сих пор работает, но сейчас он уже не работает ни на ЦРУ, ни на Министерство обороны, ни на Пентагон. Ему, я думаю, будет что рассказать интересно. Он был последним директором программы «Звездные врата», одна из самых интересных закрытых программ Пентагона. Ну, много что он там наделал по этой программе. Ну, потом можете задать ему индивидуальные вопросы. Да. Значит, Алексей Юрьевич Савин, генерал-лейтенант, он долгое время, он основал и возглавлял самую секретную часть генерального штаба 1003, но про нее сейчас уже стали писать. Первым про нее написал я. Так что могу поставить себе заслугу. Ну, а теперь они знают уже многие, и поэтому он человек достаточно доступный, и на телевидении появляется не так уж и редко. Ему есть что и рассказать, и показать. Мы сейчас покажем. Вячеслав Михайлович Звонников, доктор наук, профессор, медик, психолог. У него замечательная совершенно методика, опять же, исследования паранормальных явлений человеческих. Он тоже скажет, чем он занимается более конкретно, и ответит на все ваши вопросы. А сейчас я, чтобы не быть голословным, что такое парапсихология, реально, нереально, что такое экстрасенсорика, есть это или нет. Вот группа Савина, она очень активно работала в Чечне, когда там шла антитеррористическая операция. И его люди помогли вскрыть очень многие схроны с оружием, минные поля тайные, которые стали, никакая там техническая разведка не могла их определить, где они стоят. Убежище боевиков, и вот за реальную вполне работу его экстрасенсов были присвоены высокие правительственные награды. Многие из них сидят сейчас в зале здесь достаточно скромно. Ну, я думаю, можете потом вычислить их и поговорить с ними лично. И поэтому я попрошу сейчас показать вот ту хронику по чеченским событиям, ну не только по чеченским событиям, а просто подготовке сверх людей. Да, еще вот Алексей Юрьевич разработал уникальнейшую программу, которая позволяет каждому простому человеку выявить и развить у себя абсолютные сверхспособности. То есть просто действительно каждый человек может стать гением. Ну вот. Я думаю, она найдет, это его методика, применение нашей широкой жизни. Ну, вот,
Так, вот уже хроника пошла. Воину необходимо предельное напряжение физических, духовных сил и высокая психологическая подготовка. Методика психической саморегуляции позволяет за 3-4 недели обучить военнослужащих управлению своей психикой. Без малейшего напряжения мышц он способен значительное время находиться в таком состоянии. Подготовленный человек, совершенно владеющий собой, совершает буквально чудеса. В эксперименте, проведенном с курсантами Черноморского военно-морского училища Менахима, доказано, что подготовленные спецоператоры способны определять и классифицировать морские цели, находящиеся в акватории. Проверка показала стопроцентную классификацию 20 предложенных целей. При этом ошибки в определении координат не превышали 100 метров. Предложена сейчас новая методика стрельбы на скорость нетрадиционного прицеливания в ближнем бою позволяет, не затрачивая времени на лишнее движение, не затрачивая непродуктивное время на прицеливание традиционное, выводить из строя противника с высокой степенью вероятности. В некоторых воинских частях стали применяться элементы русского стиля в боевом рукопашном искусстве. Из всех единоборств эти приемы наиболее полно соответствуют духу нашей армии и могут эффективно использоваться при выполнении специальных заданий, несении караульной и внутренней служб. Только активные и целеустремленные действия, направленные на сохранение жизни и работоспособности, умение подчинять психику своей воле, могут помочь в течение длительного времени успешно бороться за жизнь и сохранять способность к борьбе в экстремальных условиях. Все, сейчас я предоставлю слово Алексею Юрьевичу, пусть он немножко более расширенно скажет, а потом мы перейдем к нашим океанским друзьям. Ну, постараюсь, так что все слышали. Еще раз добрый вечер, дорогие коллеги. Вот, в самом деле для нас этот вечер, эта встреча в российской газете является знаменательной. Не только потому, что очень редко видимся, но прежде всего то, что сегодня мы можем раскрыть то, что даже в прошлом году мы не могли никому на ушко шепнуть. Рассказать о наших программах, программы, которые тоже название программы впервые звучит сегодня, называлась она «Феникс». Ну, это расскажет и о своих программах, о программах вот, американских «Звездные врата». Наша программа родилась в 1989 году. По представлению КГБ, лично генерала Шрама, начальник генерального штаба Министерства обороны принял решение о создании нашей группы, нашей войсковой части 10.003. Основные задачи были первые. Это уже шли как бы по направлению, по дороге прототипами американцами. Это поиск талантливых людей с неординарными способностями и их применение в интересах государственного управления, военного управления, разведки, контрразведки, ну и так далее. Второе направление – это все-таки поиск причины талантов, вот природа этих талантов, чтобы можно было и научить других людей, и, конечно, превзойти наших американских оппонентов. И третье направление – это широкая подготовка военнослужащих и представителей спецслужб, в первую очередь КГБ, способных по небольшой информации и давать исчерпывающую информацию о человеке, о местонахождении целей, о местах боевого патрулирования американских подводных лодок, ну и так далее, и так далее. Значит, была создана государственная программа, которую курировал, повторюсь, начальник генерального штаба вооруженных сил СССР, премьер-министр Павлов и со стороны ЦК КПСС член политбюро Бакланов. В самом начале программы были признаны большие полномочия, большие функции.
Так, допустим, вот аппаратуру мы закупали, несмотря на то, что существовал соцлагерь, капиталистический лагерь, обходимые обходы и барды закупали мы за рубежом. Медицинская аппаратура ФРГ, какую-то аппаратуру Соединенных Штатов Америки, они не знают, а там то, что ее приобретали, вот и использовали в своих интересах. Ну, в конце концов, да, машина заработала, машины, методики были созданы. Начали готовить людей. В одной из академий вооруженных сил началась подготовка офицеров, которая шла, ну, почти 20 лет. Только 2 года назад эту академию расформировали, и подготовка завершена. Ну, я думаю, мы найдем способ, сказать, обратиться в другую академию и там наладить такое обучение. Принимаю участие практически во всех горячих точках, которые были с 92 года. И не только мужчины, но и женщины вот из нашей группы имеют, конечно, очень большое количество орденов, медалей, государственных, боевых наград в том числе. Но, к сожалению, вот качество фотографии, которое я представил вот сюда, очень низким оказалось, и сегодня вам показать не могут. Но представительница вот этого слабого пола с очень сильным качеством, мощным качеством является Валентина Сидорова. Встаньте, пожалуйста. Ну, у нее специфика была своя. Она к нам пришла из органов КГБ и ловила шпионов здесь. Хорошо ловила, то шла награды, заслуженные награды украшают ее костюмы. Ну, я вот все, о чем я хотел сказать дальше. Остановлюсь на работе. Да, все-таки я не могу не помянуть своих коллег. Если мы основное внимание уделяли на разработке вот программы раскрытия вот необычных качеств людей, мы, безусловно, опирались на работу наших гениальных партнеров, наших коллег, Звонников, который рядом со мной сидит, Милентьев Поколи, Пилентьев, мой коллега, офицер генерального штаба. Позже мы с Кустовым познакомились. В общем, эти ребята, которые большую лету несли в обороноспособность и безопасность нашей Родины. Теперь я хочу, значит, вот наша программа называлась «Феникс», Соединенных Штатов называлась «Звездные врата». Вот Эдвин Мэй тоже нам принес небольшой ролик, который как бы ну, очень сжатом виде показывает, чем занимались. Вот то есть там возможность его сейчас включить. А потом они расскажут уже свои работы. Здесь без перевода она будет идти, да? Добрый день. It is a great pleasure to be here. Это огромное удовольствие быть здесь с вами. Алексей Юрьевич and I were on opposite sides during the Cold War. Алексей Юрьевич, мы были на противоположных сторонах во время как бы конфронтационных сторонах во время холодной войны. And I'm especially pleased over the last 12 years. И особенно мне приятно сказать, что на протяжении последних 12 лет we put all that work behind us, and we are now colleagues and the best of friends. 12 or 20 years. 12 or 20 years. Almost 20 years. Not 12. Okay. На протяжении 12 лет мы все оставили это позади и стали настоящими друзьями и коллегами, соратниками в этих исследованиях, этой работе. I stand corrected. 20 years. Да, я уточню. Наверное, это все-таки 20 лет. The important part, though, later in this presentation, I will show you some data from the Cold War. Чуть немного позднее во время этой презентации я покажу вам некоторые данные, которые вот были получены в нашей программе еще во времена холодной войны. Only to illustrate what we could do working together on common problems for the U.S. and Russia. Только показать, что мы в принципе можем делать и что потенциально мы могли бы делать на, как бы, ну, на совместных программах. I look forward to working together with you, sir. Действительно хотелось бы работать вместе, я надеюсь на это. I would like to add further that one of the best people from our side as a remote viewer is my dear friend and colleague Angela Ford. И я хочу также представить моего коллегу Анжелу Форд. Now I've embarrassed her, I'm sorry. Я хочу добавить, вот, кстати, в этой книжке, вот, в нашей русской, там очень интересный рассказ, как она помогала вычислять, ну, бороться с террористами и вычислять места, где прятали
похищенных американских офицеров в Ливане, когда там шла война в 80-е годы. И как высшее руководство не верило ей, что это возможно. И в итоге люди погибали, а потом выяснялось, что они их действительно держали там, куда показывала Анжела, и их можно было бы реально спасти, но вот косность руководства Пентагона и ЦРУ, она не позволила это сделать. Читайте, там интересная вещь. Ну, хронику там аниму, фильм там. Конечно, конечно, мы готовы. Так, ну покажите там немножко. Так, я так понимаю, что вот это радарная установка, которую они вычислили. А? May I stand up? Can you hear me if I talk this loud? Вы слышите меня достаточно, если я так буду без микрофона говорить? Now I don't have to talk so loud. Oh, I should speak louder than that. All right. I promise you this is very short. Я обещаю, что это будет коротко. This is one of two what we call operational psychic work. Это один из примеров нашей оперативной экстрасенсорной работы. Excuse me, I went push the wrong button. Here we go. The first was by Ingo Swann. Первое это было начато Инго Сваном. He passed away a few years ago, but he was a brilliant psychic. Назад, но он был совершенно замечательный экстрасенс. In about 1980, he was given the geographical coordinates of what turned out to be. Geographical coordinates. He was given, да? He gave that, yeah. Ему дали географические координаты. Pardon? That's all. Okay. And he was asked to describe what his experiences were. И given the его, geographical coordinates. Его попросили определить, что же находится по вот этим географическим координатам, которые ему вручили. Ему просто вручили цифры географических координат. Instead of drawing, what he chose to do was to describe his experience by modeling in clay. Вместо того, чтобы просто нарисовать, как это обычно было в нашей работе, он захотел это вылепить из глины, модель объекта, который он сумел там увидеть. He made that out of clay, and he said it was about 160 meters on one side. 106 meters, excuse me. И он сказал, что этот объект примерно 106 метров в каждой стороне. Keep in mind, he got this information from just the geographical coordinates. Можете себе представить, что сидя в Америке в комнате просто по географическим координатам он снял вот такую вот информацию с такими деталями. He made this out of clay, but he didn't know what it was. He said it's part of the structure. Он сделал это из глины, он не знал, что это такое. Он просто сделал модель того, что он видел, воспринимал своими экстрасенсами, способную через. And he cut that in half to show us what it looked like inside. И он был способен даже показать, как это выглядело изнутри, этот объект, который находился там. Keep in mind, all he had was the geographical coordinates, and he was in California, not Moscow. И, пожалуйста, помните, что он находился в Калифорнии, и все, что ему дали, это просто географические координаты, без всяких намеков, что же там могло быть по этим координатам. There's a satellite image from that time. What this thing looks like. И вот, пожалуйста, фотография спутникового снимка, снимка со спутников того времени, того, что было по этим географическим координатам. And I call your attention to that. И вот, посмотрите, пожалуйста. It's the antenna portion of this. Это антенна. And Mr. Swan did not know how to put it into his clay, but at least he got that information. И он не знал, как это вот конкретно, так сказать, выразить в глине, но он, тем не менее, видите, полностью угадал форму этого объекта. A few weeks ago I used Google Earth. И сейчас, вот, например, несколько недель назад я использовал программу Google Земля. I put in the geographical coordinates, and guess what? Я ввел туда эти географические координаты. И вот, пожалуйста, это то, что мне выдала программа Google Земля. Вы видите,
то же самое строение, точнее, та же самая конструкция находится там же. What surprises me is two things. Why do you still have this? Почему вы до сих пор это сохраняете? But I'm glad it was. Да, то есть это вы можете даже сегодня убедиться в результатах этого эксперимента, который был сделан 35 лет назад. The second brief example with a small video is by Joseph McMonagall. Пример это результат работы экстрасенса Джозефа МакМонагла. He was given, they sent us a photograph from the satellite of a roof of a building in Severodvinsk. Ему вручили фотографию, спутниковую фотографию здания, по сути крыши просто здания, которое находилось в Северодвинске. Это. That was put into an opaque envelope. И эта фотография находилась не в открытом виде, он ее не видел, она находилась в конверте, в двойном запечатанном конверте. And this is going to sound very weird, but это может быть прозвучать чуть-чуть странно. That was put into a second envelope and sealed. И это было, ну, этот конверт был положен в другой конверт и запечатан. That was given to someone who had no idea what was inside the envelope. Таким образом, он был дан таким образом, что человек не имел никакой возможности иметь представление, что же там находится внутри. And that was put on a table in front of Mr. McMonagall. И этот конверт положили на стол перед МакМонаглом. And said, "That is the problem of the day. What can you tell us?" И представители разведки сказали: "Вот это наша проблема на сегодняшний день. Что вы можете по этому поводу сказать?" Просто запечатанный конверт перед ним. 157 pages of response to that. И ответ на вот этот простой вопрос, его ответ Джо МакМонагал, выразился в 157 страницах, которые он написал доклада. That's what I said about the double sealed envelope in English. Where is the Russian text? Victor translated the English into Russian and he blew it on this one. Okay. He said there is a huge boat, submarine, that has two hulls. Там Джо МакМонагал сказал, что это огромная подводная лодка с двойным корпусом, что она в 2-3 раза больше обычной подводной лодки времен Второй мировой войны. And it would is quite larger than a World War II submarine. Okay. And a special drive system in the short bend you see. Имеет специальную систему двигательную. Ah, here we go. You're stepping over here. Yeah. Okay. There we are. I apologize for that. All right. This is some of the drawing. Это часть тех чертежей, тех рисунков, которые часть его доклада, который он дал. One of the things that I was amazed about is he had right up here on the conning tower numbers. And much to my surprise, that's exactly where the proto submarine has the nomenclature. Wow. Да, и некоторые детали были настолько точны, что ну, они как будто были срисованы с реальных. And here some other things that he described. Keep in mind, I just took some of the material. Примеры этих деталей, которые уточняющие. Okay. This is a short video. It's all in English, but what? Я вам хочу показать маленькое видео. Оно всего на одну минуту, но оно как раз рассказывает об этом эксперименте. How do you want to describe it after the video is done? Let's start it. Okay. Is there a way to lower the light here? Можно свет немножко приглушить? Спасибо. Okay, here we go. Audio. Звук. Можно звук? What was happening inside a huge new building in the north of the Soviet Union at Severodvinsk, a port on the White Sea? I was asked to describe what was going on under the roof of this building.
Проблема была в том, что в Северодвинске американская разведка сфотографировала со спутника огромное здание и так и не смогла разобраться, что же там происходит. Это было передано в программу «Звездные врата». И вот это задание получил Джон МакМонигал, он рассказывает об этом. И это сейчас идет иллюстрация того, что он рассказывает, что он видел как бы с помощью, ну, как бы внутренним взором видел. Он видел внутренность этого здания, он видел, что это огромный завод по производству подводных лодок, и он видел, что производится подводная лодка совершенно необычной конструкции, она двойная, что там наклонные идут как бы устройства для пуска ракет и масса деталей конструкции, которые были совершенно раньше не применялись в строительстве подводных лодок, это были инновации. И эти инновации были сделаны в Северодвинске конструкторским бюро, которое производило конструкторским бюро Рубин, которое производило эти подводные лодки, а Джо МакМонигал в этот момент снимал эту информацию в Калифорнии, сидя в закрытом помещении. Все, что он имел, это запечатанный конверт перед собой с фотографией крыши здания, все. Пласка Кафовти. Слышно, да? Слышно? Я нажал. Сильнее. Небольшая реплика. Если вы мне такую информацию давали, Я хочу сейчас предоставить слово Николаю Васильевичу Шаму, поскольку вот не только там по линии Министерства обороны работает, но и по линии спецслужб КГБ. И он об этом больше всех знает. Николай Васильевич, только очень коротко, я знаю, что вы можете рассказывать часами. И вы, главное, представьте людей, вот, сидящих с вами, и с этого конца, и просто вот расскажите, кто чем занимался. Подобные службы в органах государственной безопасности мне все время приходилось иметь дело с военно-промышленным комплексом Советского Союза. Ну, а если представить себе, что это такое, что это за монстр, вот тут как раз вот я показывал вот эту акулу, так называемую акулу-катамаран, в которой было 24 стратегических ракеты с тротиловыми эквивалентами и так далее. Таких акул у нас было сделано 6 штук. Вот это как бы один из элементов нашего военно-ядерного потенциала. И причем он был настолько избыточен, по сути своей, почему? Потому что, ну, зачем иметь в стороне ракетоядерный потенциал, который способен уничтожить нашу родную землю-матушку 200 раз. Военно-промышленный потенциал, он был очень избыточен, государственные колоссальнейшие ресурсы тратились на него, и у меня все время, как говорится, голова болела, ну как же так, ну почему? Тем более военно-промышленный комплекс создавались удивительные технологии, удивительные всякие такие изобретения, которые могли бы стать достоянием всех нас. Но, к сожалению, все это так с таким тяжелым трудом доходило до общества, до населения и так далее. Ну вот как-то в начале 80-х годов получилось таким образом, что у меня произошла встреча произошла с рядом товарищей, которые в конечном итоге стали моими очень близкими друзьями. Вот один из моих близких товарищей, Кустов Валерий Валентинович, один из первых, с которым мы познакомились, и сидя в номере гостиницы «Россия», он демонстрировал свои уникальные возможности, которые меня просто потрясли. Другие встречи были, и причем, когда я начинал знакомиться с этим человеком, это вообще какие-то чудеса, биоинформационные переносы, и человек мог делать все, что угодно, каким-то образом происходило быстрейшее заживление всего и вся, мгновенным образом исчезали какие-то болезни, недомогания и прочее. Вот это все пропустил через себя, и меня этот вопрос крайне заинтересовал, и фактически, когда я был приятель, Миша, помощник Моисеева, да, и он сейчас ныне покойный. И мы с ним как-то встретились, и говорю: Миш, доложи генерал Маша об этих вещах, как он ко всему этому делу посмотрит, отнесется. Ну, и мы доложили, он говорит: а что, давай попробуем. И вот тогда мы на себе создали вот эту специализированную воинскую часть, которую потом возглавил уважаемый любимый мной Алексей Юрьевич, которая просуществовала много лет, и которая уже видели некоторые эпизоды, связанные с ее деятельностью.
Но моя эта цель, когда мы докладывали Моисею, моя эта цель и Павлову, и Баклану, моя эта цель была, вот эта воинская часть, она должна была создаться как бы таким центром так называемых двойных технологий. То есть я хотел с тем, чтобы лаборатория, помимо занятий вот этими специфическими делами, она в какой-то степени проводила бы экспертизу, анализ тех технологий, которые имеют свой промышленный комплекс, и выискивали из них те, которые могли бы стать достоянием гражданского общества. Но, к сожалению, вот это направление не очень как бы получило развитие, но в то же время вот эта вот тематика, которой занимался Алексей Юрьевич, она не только вот в рамках этой узкой ВЧ, десятки институтов в России, в Беларуси, в Украине, в Средней Азии, десятки институтов занимались, была разработана гигантская такая комплексная программа, связанная с изучением человека, его возможностей, пониманием всех этих процессов, разработки каких-то новых технологий на базе всего этого дела, создание различных генерирующих систем, которые могли... И вот фактически такие работы проводились, и открывалась гигантская перспектива во многих направлениях. Но, к сожалению, опять же, вот эта перезагрузка, которая произошла в нашем обществе, так называемая перестройка, в конечном итоге все поломало, и все это как бы кануло в лету. Но в то же время, и некоторые элементы, вот благодаря вот моим друзьям, вот они здесь все присутствуют, они сподвижники все это делают, некоторые элементы всех этих все-таки получили жесткую такую практическую реализацию. Ну, думаю, слышали кто-нибудь термин так называемой восстановительной медицины? Наверное, многие из вас впервые слышат это слово, что это такое восстановительная медицина. А суть восстановительной медицины заключается в чем? Медицина не должна лечить людей. Медицина должна делать так, чтобы человек все время был здоров. Не допускать болезни человека. И вот шикарнейший центр восстановительной медицины был создан в Москве. Он просуществовал несколько лет. Уникальные технологии там были сосредоточены. Уникальное оборудование. Причем в самых стран мира. И вот такой центр восстановительной медицины. А когда эта технология начала внедряться на железной дороге, то эффективность ее буквально через 3 месяца показывала ошеломительный результат. То есть прозаболеваемость на железной дороге за 3 месяца снижалась на 300%. И десятки таких кабинетов были открыты на железной дороге. Но, к сожалению, опять, как говорится, время идет, появляются руководители, которых интересуют несколько иные вопросы, более глобального характера в данном случае. И это направление потихонечку было уничтожено, и вместо центра восстановительной медицины у нас появилась косметика, стоматология, а все уникальнейшее оборудование, уникальнейшие технологии оказались в подвале. Но опять же, благодаря вот нашей команде, благодаря тому же Вячеславу Звонникову, все-таки эти технологии продолжают жить, существовать, развиваться. И они создают базу действительно развития такой медицины, которую бы рассматривал человек не с точки зрения как бы конус болезни, как таковой, а рассматривал человека в комплексе, системно, взаимосвязи. Причем эти технологии позволяют создать вещи, которые позволяют, вот ваши фотографии, да? Вот ваша фотография, ваша младенческая фотография. Так вот, эта младенческая фотография содержит информацию о вас всю жизнь. Всю жизнь. И вот эти технологии позволяют даже по одной фотографии определять состояние здоровья человека, его путь, как говорится, что его ждет в данном случае. Вплоть до того, помнишь, на Германии мы проводили эксперимент, когда на 700 фотографий наши операторы определяли, кто живой, кто мертвый. Ни одной ошибки не было. Ну вот... Как говорится, когда вот Валерий Валентинович, в принципе, как бы и вот человек, который, с одной стороны, наверное, благодаря своим возможностям подтолкнул всех нас к тому, чтобы мы начали заниматься этими делами и так далее. Спасибо ему, тем более, с другой стороны, ты с ним поговорил и так далее, а с другой стороны, его окружение и те ученые, которые там окружали, Ростовскую область, они официально обращались с документами, позволяющими на базе их, как говорится, заинтересоваться им и двинуться. Но мы надеемся, что время течет, все меняется, мы все меняемся. И в конечном итоге все-таки эти технологии, имеющие место быть, и их перспективные направления все-таки найдут поддержку и развитие. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо вам, что вы потратили время на то, чтобы посмотреть на нас, послушать. Но, в общем-то, мы не теряем духа, оптимизма, продолжаем
двигаться вперед. Просишь, ну вы достаточно слово, просто люди-то лучше меня знаете. Ну, вот кто следующий что-нибудь расскажет? Ну, понимаете, вот. Ну, что, берите, Виктор. Нет, ну, скажите, я, просто. Вот с того края, потом сюда перейдем. А, ну да. Ну, вот, понимаете, с Игорем-то мы уже много лет как бы знакомы, и я периодически ныряю к нему в его кабинет, где он работает и так далее. Ну и, конечно, как бы все эти вещи, которые смотришь, видишь, чувствуешь и даже иногда присутствуешь при клиенте, который при нем находится, он допускает, как говорится, присутствие во всем этом деле. Ну, просто поражаюсь, понимаете, с одной стороны, вроде как бы простота всего этого. Николай Алексеевич. Ему-то дайте слово. А я тебя не так понял. Извините. Поэтому я о каждом из нас могу говорить часами, но во всех случаях он лучше сам скажет о своей работе. Нынешней своей работе, а может быть и... Прошу прощения. Я хотел бы вам сказать такую вещь, что мы здесь не разношерстные ребята, что каждый только за себя. На самом деле... Когда мы, ну, в частности, я уволился из вооруженных сил, поработал там по каким-то определенным вопросам, и когда вникся более подробно в ту деятельность, которой мы занимаемся, то через какое-то время мне пришла такая мысль. Не может быть, чтобы в вооруженных силах и в других спецслужбах не было людей, которые, ну, знали, чем занимаются спецслужбы, силовые структуры и спецслужбы. Мы не говорим о гражданских, там тоже очень много было различных экспериментов и так далее. Я поехал к своему товарищу, он сказал, говорит, так у нас это самое, я это курировал управлением, которое у нас было в Министерстве обороны. Я говорю, телефончик дашь? Он говорит, только с разрешения. Ну, приехал Алексей Юрьевич, мы с ним посидели, поговорили, он мне рассказал и познакомил со всеми, кто здесь сидит. И я говорю, Алексей Юрьевич, давайте создадим такую вот национальную ассоциацию независимых аналитиков-прогнозистов-экспертов, где мы можем совершенствовать, и можем показывать, и можем что-то создавать для блага не только нас, но в это самое, для блага и для общества, ну и в том числе и для страны. И когда я назвал, что мы... и предложил, что это будет Национальная ассоциация независимых аналитиков, прогнозистов и экспертов, Алексей Юрьевич резко сказал, только не прогнозистов. Я говорю, почему? Вот интересную статистику сказал. Он говорит, давай мы так вот прикинем, 100, говоришь, 100% показать, и 100%, 99% ты говоришь, все правильно, тебе все хлопают в ладоши, тебе награждают и так далее. 100 сопли ты делаешь неправильно, и тебя тут же моментально выгоняют. На этом я сам прошел и знаю, что это такое. А до этого в милиции могут быть наоборот. 100%, 99% не раскрываемых, а 1% раскрываемости тебя будет носить на руках и продвигать по службе, и будут помнить тебя всю жизнь. Поэтому все-таки я настоял на том, чтобы оставить прогнозирование, потому что меня очень здорово американские наши коллеги подстегнули. Это после того, как мы создали Международный центр развития и общие исследования России и Америки. И тогда мы, когда встретились с представителями американской, ну, с американцами, то меня еще больше подвиг то, что я услышал, увидел и практически беседовал. И тогда то, что мы сейчас говорим, ясновидение и так далее, в Америке называется дальновидение. Потому что мне это понравилось больше, потому что дальновидение гораздо больше, гораздо возможностей раскрывается у человека гораздо больше и гораздо дальше. Почему дальновидение? Потому что дальновидение позволяет тебя программировать, что ты должен видеть дальше, прогнозировать и так далее, все вот эти вещи. Но если это ясное видение, ты ясно увидел, что с этим делать. Немножко вот эти перестановки слов или подмена слов определенных, оно очень здорово играет на само программирование самого человека. И прогнозирование, которое мы... Я скажу так, что я некоторые вопросы, которые были закрыты, работал. Первая книга, которая вышла, там у меня вообще не было, но прошло время.
могу сейчас рассказать, но последний только случай скажу. По прогнозированию. Где-то сколько? Когда, недели две назад, да? Недели две назад пришел генерал Шан ко мне, мы с ним разговаривали, и говорит, вот у меня встреча предстоит там с большими людьми и так далее. Я говорю, пока у вас встреча произойдет, два самолета будут сбиты. Ну, по военной тематике разговор. Он говорит, как будут сбиты? Я говорю, так. Это было в пятницу, во вторник, вы знаете, на следующий день, во вторник с утра был сбит наш самолет. Я звоню и говорю, ну что, счет открыт, 1-0. Он сидит, да вы что, давай где? Я говорю, там все, телевидение, радио, все это показано, пожалуйста. Вечером, видели тоже, наверное, то, что это самое уничтожает вертолет. Я опять звоню, говорит, ну что, 2-0. Я говорю, как вот эта самая такая ситуация вот это сделать? Почему я сейчас это рассказываю? Почему я сейчас открываю вот эти вещи, которые то, что сделал? Это последнее событие, как мы работаем, можем работать на безопасность страны, на безопасность летчиков, на безопасность боевых действий, которые то, что делают. Здесь Алексей Юрьевич рассказывал уже про своих коллег. Я говорю вам то, что вот реально то, что сейчас произошло. Хотелось бы, чтобы все-таки в министерствах и вот таких вот вещах, когда идет боевые действия, все-таки прогнозировали. Мы говорим, можно, да, есть у нас люди, которые занимаются этой экстрасенсорикой, как они называются, вот это самое. И эта экстрасенсорика, она дает картину, но что с ней сделать не могут. Дальновидение определяется и возможность смещения или это самое, нейтрализации тех действий или подбор каких-то определенных временных, пространственных параметров для того, чтобы не было таких больших потерь, которые это самое, происходят. Ну, мы тоже не знаем, сколько еще у нас потерь происходит. Это самое. А могли бы мы это все это самое, как можно меньше иметь негативов в каких-то больших вот этих действиях. Ну, а то, что могу еще один пример по прогнозированию, еще одну секундочку. Очень интересно, касающийся женщин много. Все имеют семьи. И у меня одна была женщина, гинеколог, и она пришла, и я говорю, слушайте, давайте один эксперимент. У вас есть женщина, которая должна вот-вот родить? Она говорит, есть. Я говорю, сколько ей осталось? Говорит, 2 недели. Я говорю, точно 2 недели? Точно. Говорит, как ребенок лежит? Он говорит, будет кесарево сечение, потому что ребенок лежит поперед. Я говорю, а можно ему сделать? Ничем не можно, ничего нельзя сделать, только кесарево сечение. Я говорю, а давайте сделаем так, чтобы мы его положим так, и чтобы уроды прошли по самой замечательной вещи. Он говорит, как? Очень просто. Я говорю, ну представьте, ну любой человек, профессионал, женщина особенно профессионал, у них видение просто замечательное. Они просто не придают этому значения. Но профессионалы всегда видят, прежде чем что-то сделать, они видят. Может быть, не так ярко, не так понятно для себя. Я говорю, видите? Говорит, вижу. Я говорю, как лежит? Так. Я говорю, а теперь давайте его повернем так, чтобы как он должен выйти, головкой вниз. Говорит, делайте. Говорит, а как это делать? Я говорю, да очень просто. Берете руки, это самое, поворачиваете и опускаете вот самой головой вниз. Да? Так. Ну, давай сделать. Я говорю, хорошо, теперь давайте, чтобы она родила. Она рожает. Это за 2 недели. Она рожает. Вышел ребенок, говорит, ой, он не может выйти, у него это самое, плечо заделось. Говорит, давайте назад его. Вот отвернули, готовы, давайте его рожать, давайте его, все, появился, я говорю, посмотрите, вот все нормально, все, никаких там нету каких-то отклонений или каких-то там нарушений, ничего нету, замечательно, значит, отдавайте тогда вперед. Через 2 недели она мне звонит, вот все, что вы сделали, говорит, мы удивились, что ребенок стал так, как нужно, и вот это самое, и родился так вот, как мы предполагали, все по времени, без всяких этих проблем. Я ей предложил. А говорю, давайте это сделаем, ну, в качестве услуг женщинам. Зачем они это самое, себя уничтожают? Зачем вот это вот, вы знаете же прекрасно, что второе кесарево сечение, все, детей больше нету. Ну, вот почему нельзя вот это вот сделать? Вот, она так посмотрела на меня, и так смотрю, глаза тухнут. Я понял, а деньги где? Потом говорю, вот уже там фойе, я думаю, вы еще расскажете и ответите на дополнительный вопрос, который возьмут. Я все-таки хочу предоставить слово члену Павловичу Звонникову.
потому что он, ну как бы, чистый экспериментатор, не то что чистый, но он экспериментатор. Он занимается как раз исследованиями всех этих явлений, которые здесь какими необычными явлениями люди обладают, необычными способностями. И вот он как ученый, я думаю, ну, может рассказать тоже некоторые интересные моменты из своей практики. Очень неплохо. Я постараюсь. На самом деле, чтобы у уважаемой публики не сложилось мнение, что все вопросы решены, и совместными усилиями американцев и нашими мы все видим, все слышим, все диагностируем, а если чего не диагностируем, то все прогнозируем. Эта проблема, а я буду говорить о проблеме, которая я волею судеб и того времени, в котором мы находились, решалась под эгидой большой программы. Во главе этой программы была известная часть 10.003. Это колоссальная кооперация научно-исследовательских учреждений и академических, и прикладных, и гражданских, и военных. Практически не было ни одной научно-исследовательской организации, которая тем или другим боком не была завязана на решение этой проблемы. Естественно, что это требовало значительных усилий, интенсивной работы, и за очень короткий промежуток удалось установить целый ряд интересных моментов. Я понимаю, что времени немного, но я постараюсь как бы суммировать эти моменты, что удалось сделать. Первое. Это для работы, прогнозирования, ясновидения или дальновидения, не суть, как оно называется, суть, как оно делается. Как правило, использовались наиболее одаренные или способные люди. Часть из них сидит на сцене, часть из них сидит в зале, но еще есть очень много людей, а фактически каждый из присутствующих здесь в зале в той или иной степени обладающий не экстрасенсорными, они несколько шире, а экстраординарными способностями. Удалось установить, благодаря масштабным экспериментам, те индивидуальные психофизиологические особенности, которые и способствуют повышенным способностям и к экстрасенсорике, и к ясновидению, и к телепатии, и ко многим другим тайнам человеческой психики. Вот это первое, что удалось сделать. То есть практически сейчас, если будет на то воля, допустим, коллектив российской газеты решит проверить своих сотрудников, как у них с прогнозированием, интуицией и так далее, мы это легко сможем сделать. Второй момент. Вот это достижение, оно позволило нам не бегать, искать по стране наиболее выдающихся людей с такого рода способностями, а отбирать молодых людей и создать специальную программу, во главе которой опять-таки был присутствующий здесь Алексей Юрьевич Саин. Кстати, он эту программу развивает и использует сейчас, как говорят, в народном хозяйстве, для дома, для семьи.
Поэтому, вот это второе достижение. То есть фактически мы можем, а у нас достаточно людей, но я хотел бы предупредить журналистов, потому что они легко посчитали, когда я сказал, что среди обычных людей порядка 1,5-2% людей, которые имеют такие способности. Тут же заголовок, не буду называть газету, в России 2 миллиона экстрасенсов. Понимаете, речь не об этом, речь о том, способность – это не значит возможность работы. Еще нужно учиться, еще нужно развивать эти способности. Только тогда человек будет играть музыкальную пьесу. У нас очень много людей, сидящих в зале, кроме экстраординарных способностей, способны к музыке. Но я что-то не вижу здесь ни одного ректора. Это второе. Третье. На основании вот тех исследований, которые действительно были направлены на противодействие с нашими коллегами, и мы сейчас этого не скрываем, в результате появилось очень много технологий, а часть из них, сказал Николай Алексеевич Шам, они направлены на сохранение, поддержание здоровья всех присутствующих и отсутствующих в этом зале. К сожалению, эти технологии не нашли широкого применения в нашей повседневной жизни. Но применительно к целому ряду людей, лиц так называемых опасных профессий, это летчики, это подводники, это космонавты, это машинисты, это водители, и я могу только эти пальцы загибать. Это все люди повышенного риска, когда у них очень быстро развивается под воздействием профессиональных факторов та или другая патология. И оказывается, эти технологии позволяют повысить профессиональное долголетие, сохранять здоровье многим-многим людям. Вот как бы несколько моментов, связанных с исследованиями, которые выполнялись вот в рамках той программы, о которой сегодня идет речь. Я просто добавлю, вот у человека, я думаю, много может рассказывать, я думаю, что потом еще отдельно он индивидуально что-то скажет, но он совершил вообще, ну, я считаю, научно-техническое чудо. Оно достойно самой высокой какой-нибудь научной премии, но ему ее не дали, вряд ли дадут. Ему удалось взвесить человеческую мысль. Вы меня успокоили. Вот можно взвесить душу, мысль. Ну, американцы как бы взвешивали душу. Ну, клали понимающего человека на весы и замеряли, сколько он весит при жизни, сколько весит, когда жизнь закончилась. А вот сколько весит мысль, это знает только звонник. Отвечал, буквально два слова, скажите о своих чудо-весах, которые у вас есть, и какой эксперимент вы проводили вот сидящим здесь товарищем Кустовым? Ну, с товарищем Кустовым, он же господин, мы проводили много экспериментов, мы знаем друг друга давно, около 30 лет, поэтому Кустов относится к тому разряду людей, так называемых экстрасенсов, которые не прячутся под одеялом, а которые всегда ищут, что, какие механизмы лежат в основе. Поэтому, естественно, его мы использовали как подопытного кролика, прежде чем вот эти программы стали развиваться по полной программе. Ну и есть такая методика, раз о ней зашла речь, называется она стабилометрия.
она позволяет изучать особенности вертикальной позы человека. Но мне не хотелось грузить наших уважаемых коллег специфической научной терминологией, но тем не менее, хочу сказать, что насчет веса мысли это чересчур, а вот насчет скорости распространения это как раз. Вот. У Кустова мысль движется быстро, и не только у него. Думаю, как и у многих присутствующих здесь. Ну, вы же проводили эксперимент, когда вот его вес уменьшался на этих весах. Это не весы, понимаете? Это не весы. Меняется так называемая гравитационная составляющая, это действительно так. Но это нельзя завтра опять-таки. Вот из-за чего происходят всякие катаклизмы, связанные с исследованиями в этом направлении. Потому что все верят в чудо, и всем хочется этого чуда. Поверьте мне, я этим направлением занимаюсь очень давно. Даже не буду называть цифру. Еще до программы. И не хотелось бы, чтобы много сил, потраченных действительно на изучение механизма. Ведь речь идет о том, что есть такое психическое. Это разве не чудо? Что есть такое психическое? И ключом к этому чуду являются те эксперименты, которые проводились именно с необычайными людьми, людьми, обладающими высокими резервами. Поэтому на вашу журналистскую удочку, Сергей Михайлович, я не поддамся. Ну, хорошо. Тогда я дам слово Валерию Валентиновичу, он завершает нашу презентацию. Ну, буквально пару каких-то примеров о себе, о своей работе. Помните, что вы завершаете? Да, добрый вечер. Если кратко, то творите добро. Если примеры, то вы знаете, я сталкиваюсь в своей каждодневной работе, занимаюсь этим я каждый день и провожу не один десяток сеансов с 82 года официально. Я сталкиваюсь с тем, что всегда параллельно со мной есть какое-то еще измерение, и мы зависим от него, а оно зависит от нас. Иногда достаточно провести пальцем вот так, чтобы на любом расстоянии любой точки мира получить сигнал, что этот сигнал там принят, ответ. Иногда волосы шевелятся от того, что получается непонятно. И думаешь, если ты это делаешь, что делает феномен по отношению к тебе там наверху. Поэтому давайте жить дружно. Спасибо. Так, если какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте, пока все здесь сидят. Так, как... Есть вопрос у кого-нибудь? Да, микрофон, да. Кукушкин Юрий, главный редактор газеты «Ветеран дипломатической службы», ветеран вооруженных сил. У меня вопрос следующий. Существует ли подготовка специалистов против экстрасенсов, антиэкстрасенсов такая подготовка? Да. Я повторю, я говорю, что вот в одной из академий Министерства обороны были созданы специальные кафедры, вот, и подготовлена профессора, которая готовила сотрудников спецслужб. Ну, два года этой академии не существует, но работа продолжается, методика развивается. Вообще-то совершенствование методики посвящены и наши мастер-классы, которые проводят гражданскими людьми. Ну, это уже потенциал. Более 6 тысяч человек на нем подготовлены.
Вот. Из них вот, ну, уже взято, как говорится, на карандаш и выполняет отдельное задание. Вот. Да, существует система. Мы не порвали своих отношений ни с Министерством обороны, ни с ФСБ, в первую очередь. Мы работали так, чтобы такого не было, чтобы мы были абсолютно защищены. Мы понимали, что мы столкнулись с самой мощной в этом плане страной мира, Соединенных Штатов Америки. Они до нас 40 лет работали. Они использовали опыт немцев, АННРБ и других аналогичных центров. И наша задача была, заключалась в том, чтобы обеспечить собственную безопасность и безопасность лидеров нашей страны и нашего народа, естественно. Второе, обеспечить скрытность нашей работы, чтобы они никаким прибором не могли зафиксировать работу наших специалистов. Ну и третье, чтобы была высокая достоверность результатов. Спасибо. Следующий вопрос. Если мы говорим о слиперах и о их способностях во сне проникать в какие-то закрытые помещения гипотетические, вскрывать сейфы, доставать документы, читать секретные документы на разных языках, скажите, какая связь между слипером и экстрасенсом? Может ли слипер быть экстрасенсом и наоборот? Или это все-таки одно и то же? Ну, вообще-то экстрасенсом, Вячеслав Михайлович сказал, может, хорошим экстрасенсом может стать практически любой человек, прошедший соответствующую подготовку. Но если говорить о слиперах, ну, человек в гипнозе не обладает той достоверностью информации, вот какую требовали мы от своих операторов. Как Министерство внутренних дел, так вот ФСБ, так у нас Министерство обороны. One of the things we have seen in our laboratory. Одна из вещей, которую мы видели в нашей лаборатории. Try again. Okay. One of the things we've seen in our laboratory is there seems to be, at least from our point of view, only one form of ESP. Это мы столкнулись только фактически только с одной формой экстрасенсорики. And that's precognition, to be able to look into the future. Это предвидение, возможность видеть будущее. We have a paper coming out shortly in a respected psychological journal. Скоро будет опубликована статья на эту тему в одном из самых влиятельных психологических журналов. That explains how precognition can explain all the phenomena you just spoke about. В которой будет показано, каким образом этот единственный феномен, феномен предвидения, может объяснить все остальные экстрасенсорные феномены, известные нам, дальновидение и прочее, прочее. Я хотела задать вопрос американцам, да? Я тут вижу много русских экстрасенсов, да? А мужчин. А среди американцев я вижу женщину. Я хотела спросить, Анжелу, да? Вот, мы вас сегодня не слышали, а очень хотелось бы послушать. Это Лидия Александровна, член нашей команды. Во-первых, я хочу сказать, что очень мне приятно быть здесь. I worked for my government for over 32 years, and 9 years out of the 32 years I was a remote viewer for our government. Из моей работы на протяжении 32 лет для американского правительства. Over 32 years, but I worked 9 years as a remote viewer. Из них, из этих 32, я 9 лет работала специфически как дальновидящий. I was introduced to Dr. May at the time in 1986 or 87. Мы встретились с доктором Мэем в 86-87 годах.
So I've known him for a very long time. Не очень давно, можно сказать. And through Ed, I got to meet Victor. Through Ed. Через Эдвина мы познакомились и со мной тоже. And Victor's been very instrumental in making all of this happen. So and I think it's very important. And I just hope that we can all come together and do some meaningful work for our country, for the world. Yeah, Victor сделал много для того, чтобы этот проект получился. Но главное, что мы все делаем общую работу для того, чтобы принести лучшее в этот мир. I thought I would never be here because I grew up during the Cold War era and I worked for our government during the Cold War era. Я бы никогда не представила, что я могу быть здесь, в России, потому что я вообще родилась во времена Холодной войны и выросла во времена Холодной войны. Мне было совершенно невозможно представить, что я буду сидеть в России вот в таком зале, говорить на эту тему, тем более, что я работала для правительства. So it's a surprise to me that I'm here, but it's a very nice surprise. Это действительно большой сюрприз для меня быть здесь, но это замечательный сюрприз. Can I add something to that? The question was about women in our project. Вопрос был о женщинах. Okay. Well, in our program, there were more men than women, but I found coming here that actually there were more females. Интересно, что в американской программе, в программе «Звездные врата» в экстрасенсорной было намного больше мужчин, чем женщин. А вот в российской программе именно в качестве экстрасенсов в большей степени работали женщины, чем мужчины. The attitude here was that women made better psychics. Видение российской стороны, что экстрасенсорные способности женщин, они лучше. When I first entered my unit to work, I was a civilian, I was not military, and I was a female. Когда я начала работать в этом подразделении армейском, я была гражданской служащей. I was psychic, I had the abilities before I went into the unit to work. У меня были способности, они были, конечно, до того, как я начала эту работу, экстрасенсорные способности. My bosses were military, my chain of command were military, I was in a military unit. Мои начальники были военными, вся цепь, так сказать, командования надо мной была военной. And the military came very... very hard. They were very difficult because they wanted me to learn. They wanted to train me to be a psychic. They were going to train me to be a psychic. They wanted me to follow their training. Они как бы следовали своему подходу. Они хотели меня тренировать, чтобы быть экстрасенсом. What happened is eventually about a year and a half or 2 years, the management dissolved. Some military people retired, and others sort of went on their way. Что произошло в течение полутора-двух лет? Постепенно это руководство сменилось. I also had a new boss at the time. У меня появился новый босс. He questioned the training, and at that time I had met Ed, Dr. May, and he questioned the training, and he always. И мой босс сомневался в этой программе тренировки, которая была предложена предыдущим руководством. И в это время я встретила Эдвина Мэя, у которого тоже были эти сомнения в результативности этой тренировки. But because of Dr. May and because of my boss, I didn't have to follow the training methodology anymore. And it was at that time that I started to have my successes in the unit. И именно потому, что это очень положительно, то, что мой начальник не заставлял меня следовать вот этой тренировке экстрасенсорной, которая была как бы предложена в рамках, и поддержки Эдвина Мэя, в том, что он тоже как бы не верил в эту тренировку, потому что я не проходила тренировку, формальную тренировку как экстрасенса, поэтому у меня начались успехи в экстрасенсорной работе. What I was able to do that others could not do is I could find things and I could find people. И я была способна находить людей, находить вещи,
фактически то, что другие, те, кто прошел тренировку, не могли делать. Hostages in Lebanon. Мне приходилось находить похищенных людей в Ливане. I located a submarine, a Libyan submarine. Я находила подводные лодки. And I located found a man. Я находила a drug agent who went bad. Да, которые занимались нелегальными операциями с наркотрафиком. And I was able to access and describe personalities. И в процессе этой работы я даже могла описать их характер и их внешний вид, этих людей. And that was without my training program. И без всякой тренировочной программы. I'd like to speak to the gender issue briefly. Our government wanted to know who would be good psychics. So we looked at gender issues, we looked at heritage issues, what country you were, what religion. Я хочу отметить один важный момент вот в нашей программе. And probably the only predictor of good psychic ability. И мы разбирали разные моменты, по которым можно предсказать, что будут ли какие-то экстрасенсорные способности у человека, ну, сделать вывод на основании каких-то моментов. Is being good at your job, regardless of what your job is. Единственный фактор, который мы заметили, что он коррелирует с экстрасенсорными способностями, это способность делать хорошо работу, независимо от того, какую работу вы делаете. For us that was an important finding for us and the military. И это, говорит, для нас оказалось очень полезным инструментом и вообще для американской военной. One brief story about Joe McMonagle. Маленькая история о Джо МакМонагле. To illustrate this point. Для того, чтобы это проиллюстрировать. He was a point man in Vietnam. Он был first guy in line on the patrol. Ну, он участвовал в войне во Вьетнаме и, в общем, находился на передовой. And in warfare, очень часто. Those people are killed first, because everybody's aiming at the front gun. Да, и вот обычно такие люди, их убивают первыми, потому что, ну, по роду их, так сказать, положение во время военных действий. Vietnam War era, the army had a managerial problem. Во время это военного времени у армии были проблемы с налаживанием управленческой структуры. The men would not go out on patrol with just anybody. They went to those who outlived their life expectancy by many orders of magnitude. Люди шли не туда, что там советовали как бы какие-то инструкции, они старались быть ближе к тем людям, которые прожили вот в этих военных действиях, прожили дольше, чем любые как бы статистические, ну, средний как бы срок жизни во время участия в военных действий. То есть люди, которые интуитивно как бы умели сберечь свою жизнь во время военных действий. So the army came to us and wanted to know whether these people were psychic. И армейское начальство, когда заметило это, она обратилась к нам с тем, чтобы мы определили, эти люди являются ли экстрасенсами, те, которые живут дольше положенного, как говорится, дольше принятого среднестатистически во время военных действий. Even though many of them did not believe in psychic things. И мы обнаружили в результате нашей работы, что хотя эти люди, которые очень долго, так сказать, уровень выживаемости у которых выше, хотя они и не верили, что они сами экстрасенсы. They tested scientifically in our lab as being very psychic. Они были протестированы в нашей лаборатории на экстрасенсорные тесты, и оказалось, что они действительно очень талантливые экстрасенсы. И Джо МакМонагл был один из них. Они интуитивно использовали свои экстрасенсорные способности для выживания, для избегания
каких-то ситуаций, которые могли привести к их смерти, что давало им возможность выжить. Ну, я вообще предлагаю уже завершать официальную часть. А можно еще вопрос, Сергей Михайлович? У нас тут на утро разошелся. Вот, индивидуально поговорим. Ну, хорошо, давайте, давайте. Вот еще один вопрос, независимый военный обозрение. Независимый военный обозрение, я все мы экстрасенсы. Я хотел бы вот не реализовавшийся экстрасенс. Да. Я бы хотел задать один наивный вопрос нашему уважаемому экстрасенсу. Скажите, что вас натолкнуло на наитие за сутки до того, как погибли наши самолеты, были разбиты? Что вас натолкнуло на это наитие? И знали ли вы, что это делают турки? И второй вопрос из чувств патриотичности. Вот здесь был продемонстрирован американский ролик. И, на мой взгляд, он был посильнее, чем был показан наш ролик. Я в том смысле, что можете ли вы привести примеры, что наши экстрасенсы, которые воспитывались в Советском Союзе, тоже накрыли какую-нибудь подводную лодку, добыли секрет, радар какой-нибудь. Спасибо. Ну, когда определяешь вот эти вот моменты, то просто смотришь в пространство, в котором находятся боевые действия, и чувствуешь, что что-то происходит. Это неописуемая, необъяснимая ситуация. И поскольку идет война в основном самолетами, то, естественно, смотришь, сколько опасностей имеется при полетах, при нанесении ударов и так далее для наших летчиков. Вот. И вот эта вот опасность, она где бы ни была, она впереди это идет, и ты просто считываешь. Еще раз говорю, дальновидение, оно позволяет считывать вот эту опасность любого предмета, любого каждого человека, болезни, смерти. Я определял до минуты, когда человек умирал. Давая этот прогноз, ну, как минимум за сутки. Вот. То есть это можно предвидеть и можно все сделать. Можно изменить, если действительно ситуация, человек хочет, организация хочет, и тогда можно все это изменить. И вот эта ситуация, то вы что думаете, не пытались мы все добиться до кого-то? Я лично писал, Алексей Юрьевич пишет, написал. Генерал Шам писали. Мы писали эти самые документы для того, чтобы создать в России такие структуры, которые бы обеспечивали безопасность и живучесть наших войск. Думаете, кому это надо? Вы деньги принесите, тогда мы вам этот самый что-то еще может быть разрешим. Вот и весь вопрос, который решается. Понимаете, для того, чтобы защищать, этого нету. Нету этой вещи, которую вот так вот можно было бы действительно применить в наши средства. Мы сколько, мы уже десятилетиями пытаемся вот эти вот вопросы решить. Хотя бы хоть какой-нибудь организации. Да, бизнесмены берутся, да, это самое, там какие-то, ну, еще люди, которые там, я не знаю, там еще чем-то, каким-то творчеством занимаются, они еще обращаются. А для военных как-то они ушли от этого. Сейчас вот руководство, которое Министерство обороны, других органов, люди, которых я еще помню и знаю, с кем я учился, с кем мы это самое служили там вместе. Я с ними разговариваю, каждый год разговариваю в одном и том же. Не слышал? Не хотят слышать. Или не понимают то, что не хотят слышать. По поводу примеров, ну вот первый пример, это 92-93 год, подготовка моряков, была группа 40 человек, курсантов старших курсов, и готовили штабу ФМР. И там вероятность приведена, обнаружение кораблей, выдача координат кораблей, ну вот работа с подводными лодками, вот она не попала в эти кадры, то правильно шла и эта работа. Сначала понятно, все это проводилось экспериментально в Севастопольской базе, вот, а потом уже в штабах эти люди работали по вероятному противнику. Вот. Ну а что касается остальной работы, ну я говорю, к сожалению, не получились вот фотографии плохого качества. Фотографии привез.
мужчины не имеют права фотографировать вообще до сих пор, раскрывать этот офицер. Вот. А женщины, да, они, как бы сказать, особо статьи сильные, шире, но могли бы убить, указывать там на 50-50 наград именно за эту работу. Если мужчины тяжело медаль получить, то женщина насколько труднее, и там ордена, и прямые медали, и простые квесты, и пилеи, награды. Ну а потом я как руководитель, вот сказать, ну вот, скажем, крупные программы, там ведомства. Ну, конечно, я регистрировал, фиксировал вот, вероятности вот, выполнения работы хорошей. Но когда получили абсолютный результат, ну, смысл это теряет. Я же вижу, что работает классно, в том числе в экстремальных условиях. Вот всем примеры. Да, да, 93-й год, очень много документов вот, со стороны Министерства внутренних дел о раскрытии преступлений, вот, со стороны ФСБ о раскрытии, о поимке, вот, так сказать, чужих агентов. Это документально все есть. Какие-то примеры любят достаточно. Все-таки давайте завершим, потому что это не конец вопросов. Вопросы, я говорю, вы зададите в индивидуальном порядке, это вы получите гораздо более полные ответы. Завершить я хочу, вот, от себя задам вопрос этому Нумеру, я ответа не узнаю, но он настолько интересно рассказал, что для меня это было, конечно, ну, в общем-то, откровение. Вот зря товарищи ушли, нет, вы не услышат. Значит, Эдвин, у вас была совершенно уникальная программа, но ее закрыли. Значит, у него было очень много влиятельных покровителей этих звездных врат, но были не менее влиятельные противники, которые просто прилагали все усилия, чтобы ее закрыть. Ее закрыли. Но что для меня самое удивительное, одна из причин закрытия этой программы была религиозная. То есть абсолютно, на мой взгляд, нерелигиозная Америка, Соединенных Штатов Америки, вдруг проснулись христианские чувства, ну и пусть об этом сам Эдвин скажет, в чем его обвинили. I had a $1.5 million contract with the United States Air Force. Один из случаев как-то, когда мы работали с разными подразделениями армейскими, вот я хочу рассказать об одном из случаев, когда у нас был контракт на 1.5 миллиона с военно-воздушными силами. We had already begun work on that contractual agreement with the Air Force. И мы уже начали работать по этому контракту. A very high-level officer and an undersecretary of the Air Force. И один очень высокопоставленный офицер, который непосредственно подчинялся главнокомандующим военно-воздушными силами. Said, and this is an exact quote. И он нам сказал такое, и я теперь дословно процитирую. I believe in psychic things. Я верю, что экстрасенсорика существует. They are the work of the devil. Но это работа дьявола. Kill that program. И он закрыл этот контракт на 1.5 миллиона. And they came and took all of our money back. И забрали все эти деньги у нас. So he may be the only religious person in the States. Вот, я вам добавлю. Роберт Иванович Рождественский, Николай Ильич Рождественский. У Роберта Ивановича Рождественского есть такие стихи «Ответ на записку из зала». Вы знаете, наши друзья, наши партнеры, как говорит наш мужчина, американские партнеры, какая сейчас ситуация в мире. А может быть, русские и церерусские договорятся сегодня, да выдадут какую-то хорошую программу относительно наших общих человеческих качеств. И поэтому просьба, как у Роберта Ивановича Рождественского была, «Ответ на записку из зала». Вы договоритесь и ответьте, чтобы был мир на земле, потому что вас не 2%, как говорит наш уважаемый профессор. Вы штучный товар, вы крупицы, вы алмазы, вы бриллианты, вы соль земли. Договоритесь между собой, может быть, дадите какую-то мирную программу, чтобы лучше мир жил во славу нашей Родины и во славу планеты Земля. Успехов вам! Они над этим работают, вот поверьте мне. Работаю очень активно. Все. Мы, к сожалению, тут и по телевизионным причинам. Нет. Вот вы. Ну, просто.
Нет, я просто, друзья, спасибо вам за внимание. Я просто хочу от всех нас, участников, выразить благодарность Сергею Пушкину за те усилия, энергичные усилия и столько времени он потратил для того, чтобы организовать это мероприятие. Спасибо большое. Ну, это спасибо российской газете и ее медиа-центру. У нас история. Все, давайте. Просто если будут какие-то индивидуальные вопросы, индивидуальные интервью, вы вот сейчас. Ну все, мы отправляемся на школу. И большой фуршет, так что прежде всего фуршет во имя мира. Дружеский фуршет между российскими и американскими коллегами. Так что. Global Wave, ну расскажите, как вам впечатление? Очень интересно. Мы, конечно, поздновато. Поздновато начали про экстрасенсов рассказывать. Надо было раньше. Про слиперов очень интересная информация, да. И хотелось бы еще, конечно, побольше узнать. Даже вот в таком формате. Книжечку бы такую, конечно. Да, книжку очень хочется. 450 рублей. 450, да. В другой раз, вот именно что. Бюджеты, финансы. Много информации полезной. Финансов в пути. Да, поэтому. Ну что, на школу здравого смысла? Да. Ну идем. Хорошо. Не только нужно.